Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Цимбалюк Романовская покрутила под носом у любовника своей мохнаткой. Пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская – одна из самых завидных невест России. Недвижимость, деньги, имя, особая народная любовь – у нее есть, кажется, все. Недавно появился и юный жених под стать – певец Прохор Шаляпин. Для своей зазнобушки он ничего не пожалеет. На носу зима, а у Виталины все шубки прошлого, а то и позапрошлого сезона. Есть даже манто из горностая, которое она носила еще будучи женой Джигарханяна. Оно, конечно, поистрепалось, да и в моде сейчас другие цвета и покрой. К счастью, теперь рядом с прославленной киевской пианисткой есть не менее знаменитый певец Прохор Шаляпин. Два сапога пара. Он готов носить свою зазнобу на руках и бросить весь мир к ее ногам, а не только какую-то шубу. Любовник привел Виталину в элитный меховой салон и предложил выбрать любую шубку. «А денег у тебя на нее хватит?» – осторожно спросила нескромная в своих желаниях пианистка. Оказалось, Прохор в последнее время много выступал, прилично заработал, поэтому вполне может позволить себе порадовать зазнобу. И цимбалюк Романовская пустилась выбирать. Из песца и мутона, из лисы и норки она больше часа не могла определиться с выбором. Все крутилось и крутилось в разных мохнатках перед носом любимого. Все гладило меха. «Свет мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее?» – мурлыкала пианистка. Наконец, выбор сделан. «Душечка, мне и 300 000 не жалко!» – крикнул Шаляпин и с гусарской удалью протянул кассиру золотую кредитку. Как говорится, он не на чужие гуляет, на свои. Виталина соблазнительно облизнулась. «Сама себе завидую!» И кокетливо заметила, что теперь под такую дорогую обновку надо весь лук создать, оформить законченный образ, явно намекая, что и сапожки новые не повредят, и юбочка. Влюбленный по уши Прохор, конечно, не откажет пианистке в праве быть самой красивой и стильной светской дамой первопрестольной. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!